Бля, так охота кого-нибудь подстрелить, сука. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Винни Маэстро. Ну что ж, как многие знают, Warzone мы играем совсем недавно. И вот даже есть несколько видосов с нашими нарезками, приколами. А теперь мы сыграли лучший бой, наверное, за все это время. Посмотрите его до конца. Конечно же, если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Заваривайте чаек и приятного просмотра. Поехали! А где там зону сожжения? Это же добыча. А, это добыча. Да. Куда либо? А это? Там вообще нихуя нету, по-моему. Ну вот туда. Просто земля. Тут да хуища народу, просто да хуища. Нам пиздос. Я просто прячусь сразу. А ну слушай, сразу оружие дают? Просто надо спрятаться, да и все. Сядь в угол, Тань, напротив меня. Просто несколько входов, выходов. Хуя там ебан. Это я туда еще ракету захуячил. Че у тебя там танка есть? Могу поставить. Ой, со спины, со спины. Бля, я упал куда-то, меня это спасло. Ну, стрелял. Со спины где-то это было. Здесь деньги? Не могу это вызвать, которая. И пизда походу. Че вызывать, нет? Подожди, мне тут до меня нападают. Над нами вражеские попала. Вот там, да, в этом сидит. Ставить последнее. У тебя есть пластин? А вот смотри, вот же. Вот тут пластина можно подобрать. Смотри, какой окольный путь есть. Вот сюда. И там спуститься и куда и куда-нибудь пойти. Вот тогда его заебем. Да. Ну чтобы он нас не заебал. Вообще вот это надо вызывать мою и туда денежку закладывать. Но это нужно немножко, чтобы спокойнее было. Так и где мы вышли, ебать? Вот он здесь сидел где-то. А, его расхуели. Давай, шар, доказывай. Я все внес, что было. Почему я не могу? Удерживает. Все, отправляй. Срочно. Я не знаю, как отправлять. Сам должен по времени. Amazing. Так, ну вот что тогда, искать денежку? Мне надо же перезарядиться еще. Машина где-то.
А кто там, кто там? Вообще наш рядом. Его, по-моему, убили. Надо у него бабки забрать. Я пойду, ты прикрой. Давай постараемся. Ебать, он бедный, сука. Ой, тут стреляет по кому-то. Вот с калашом. Тебя, да, я его забрал. Калашом у меня завис, получается. Залетаю. Так вот. Куда-нибудь идти, где маркер с денежкой. Бля, засесть бы. Перегруппироваться. Бля, давай деньги куда-нибудь несём. Так, ну а куда? Тебе что, много прям? Я нихуя. Ну это пока вообще мало, чтобы за ними париться. Ну хотя бы. Надо собирать. Тогда пошли вот сюда пойдем. Пошли, пошли, сюда пойдем. Ай. Граната! Ты убил? Да. Че, у нас, блядь, начинает получаться, что ли, блядь? Вроде да. Вот 200 метров, видишь? Ну это копилка. Вот тут нет, не копилка, там деньги, туда надо идти. Кстати, согласись, Димон, вот ты сидишь на месте, кто-то бегает, ты можешь легко подстрелить. Да, в Лоренце такой хуйни нет уже. Нет, а здесь... машину кто-то оставил, они, может быть, в домике. А тут могут быть засада. Садить могут. Так, здесь деньги, значит, никого пока не было. Вот сейчас надо закладывать бабки срочно, нахуй. И пока в укрытии, в укрытии. Нам сейчас надо срочно бабки отправить. Поторопился. Над нами вражеские попала. Let's go. Закинул? Да. Красава. Бля, чё он не улетает нахуй? Может, ты чё хочешь? Блядь, пошел, я отправь. Еще 65 тысяч взял, надо было сразу отправить. А, всё, он полетел. Деньги успешно внесены. Теперь они в безопасности на базе. Все, погнали, следующий. А, это же был вертолет, ебаный. Я думал, копилку вижу, это думал. Это... деньга там. Упали деньги, интересно. Можно машину взять. Тут легкий транспорт. И поехать за денежкой. Что скажешь? Давай, погнали. Сейчас подбегу. А где наш товарищ? Бля, где ты, ёпта? Блядь, хотел базуку и вертолет подцепить. То есть, тебе блядь сказал? А, хуй знает, не важно. Я за руль слышу. Да, я вообще как-то этот. Где бабки?
в ползуке, ты видел? Ты видел? Ты видел? Красава. Я тебя не видел. Ну это, короче, такая прикольная со сновидением. Прям в лобешник ему дал. Против пехоты вообще не работает. А что мы делаем? Давай пересядем. Я пересяду? А, надо поменьше? Да, шустрее. Может, по пути кого-нибудь собьем? Ты видел, где писался? Да, выходим. Добивай меня, поднимай. Димон. Сразу бежим. Я послышал бег. Еще бег есть. Я заныкался и брони делаю себя. Это я его базуку уебал, да так? Пусть знает. Так, стрелял кто-то. Посмотри это, ты же подбирал вроде, с которой забирают денежки. Во, шар вот этот сейчас, я его поставлю. В районе операции высаживается противник. Следите за ним. Пошли денежки закладывать. Венер. Давай. Вот. Она со временем снова начинает работать. У тебя, кстати, такая же, да, вот вроде сейчас, посмотри, на которой на X. Нет, у меня маска стоит, блин. А, ты еще подбери такой, потому что она со временем перезаряжается. А где он, блин? Попадает временами, откуда-то падает. У тебя, кстати, щитов вообще нет. Тебе щиты выкинуть? Есть у меня, просто не поставил, забыл. Спасибо. Что напомнил. Так, мало чего продач. Смотри-ка, пол ляма занесли нах. Ну почти. Пол ляма. Так это походу не мы, а тот чел. Схуяли, блять. Мы больше на... Он вообще ушел с двое только. Противник высаживается в районе операции. Тут машин заведен. Поедем или что? Давай ты пока выезжай, я посмотрю обстановочку. А она еле живая, вот поэтому ее бросили. Пишет кто-то. Прям совсем рядом. Ну ладно, пофиг. Ты, да? Ага, преиспугал бы. Если бы это был не я, я бы уже стрелял. Кстати, в каждый угол надо так залетать. Кстати, наверху враг. Кстати, у меня очень долго летят пули. Прям подольше заметно. Можно на крышу залезть? Вот здесь. Давай, погнали. Сейчас я посмотрю там, можно ли выжить. Вроде свободником, спокойником. Только мы без снайперок сюда, конечно, залезли. У меня есть? Хотя нет, не снайперка. Тут что, хреново, денег нету, блин. Бля, только охот кого-нибудь подстрелить, сука. Ща, у меня тут точно авиаудар должен быть какой-то. Просто кого-нибудь видеть издалеке и наметить на них. Иду. Нет, там летит чувак. Нихуя я попал. Прикинь, издалека попал. С калаша, что ли? Типа этого. Я хуй знает, как это называется. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Видишь? 275 метров. Давай, хуя.
раздевал. Ну да. Короче, нас сейчас убьют, потому что мы без снайперка. А снайперы нас уже спалили. Не убьют. Высадился на крышу. Двое, да, блин? Я лечусь. Не знаю, вроде один. А, вот их двое, да, точно двое. Так, ну надо... Чё, мы что-то уже успели подкопить? 45 только у меня. Противник высаживается в районе операции. Ещё один пидорас. Ой, всё, я прилег. Я... Нет. Совсем, всё. Сзади, там же эти были пидоры. Забрал. Бля, деньги забрать, да. Хельп. А я умер, да, все. Да, я бесповоротно умер. Бля, вот это оружие мне понравилось. А чем? Я уже столько убил, блядь, с этим оружием. Короче, ты где, Димон? Я сейчас буду лететь. О, я вдалеке от тебя. Там, кстати, у тебя кто-то еще, да? Они, походу, сейчас нас заебут, если мы отсюда не убежим. Так и буду туда появляться. Зачем-то. Странные типы. Бля, я вижу его, а он меня. Я его отмудонил. Чё, к тебе подняться или... Давай, помоги мне. Лечу. Пидораса забрал почти. Ты добил его? Там внизу какой-то был, типа я его добил. А, нет, он здесь сам умер, блядь, но у него надо забрать. Что-то происходит. Летит голубчик. Не долетел. Бля, шар есть у тебя, шар? Нет, все, вообще ничего нет. Бля, у меня денег столько. Надо вертолет вызывать, значит. Ну, сможешь? Капец, они вообще такие, типа, мы вас добьем. Бля, как будто мы пиздец соперники, да? Летят еще, смотри. Почему они все сюда летят, блядь? Летят вертолет, мол? Надо убегать сейчас просто с какой-то стороны. А что за вертолет? Вот пидорас, ты его не сбил? Блядки, босс вертолет. Не, я попал по нему, один раз этого мало было. Я столько балок проебал. Так, ну это пофиг сюда. Просто, кстати, у нас деньги остались, можно закинуть. Кстати, чуть-чуть, давай закинем, как там? Ну, найти, куда закидывать, да и все. Если шар нет, надо вертолет вызывать. Шара нет. А, полетели тогда дальше. Я хочу эту хуйню сбить. Бля, патронов нет. Бля, вертолет вражеский летит. О, он, по-моему, сдох. Да, кстати, ты что, его сбил? Это я его сбил. У меня вертушка в меня прилетела. Вот транспорт. Тут легкий транспорт. Давай до меня. Не зря я базуку взял. Я за рулем. Меня подберешь? А я тут, я сейчас не знаю, я просто могу в этот попасть. Во враг. Кстати, вот в 100 метрах можно забрать денежки и там дальше. А, ты что ли здесь? Стой, я не сел. Чего я сесть не могу? Прыгни, пробел, просто прыгни. Блять, не уйди, погнал. Вот тут хуйлон какой-то спереди. Их двое хуйлонов.
Слева, 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 слева. Я выбежал, я не знаю, если кто-то есть еще на пизда. Ты забрал деньги? Сейчас пытаюсь открыть груз. Блять, ты что ли, ёб твою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям, да? Прям, вообще из ниоткуда появился. Я видел, я убежал, он, блядь, не, меня не попал. А чё, получается, эти деньги долго забираются? Ну да, и походу груз скинули, все туда побежали. Так, у меня есть 28600, я падаю на копилку, пофиг. Я тоже, тоже, тоже. Нормально. При том, что мы вдвоем только херачим.